одну передачу, нам не будешь мне вещать, теперь говори, как мне вести передачу. Кто Веник? Я Веник, зачем ты говоришь, Джон? Хороший, давай читай тот пункт. Мы немножко переехали, а сейчас снова вернулись, да. Значит, что у нас дальше? А у нас, кстати, у фестиваля есть партнеры. Да ладно, да. Серьезно? Да, благодаря которым так было. Только благодаря. Только благодаря. Исключительно благодаря которым. Так что надо бы и... Спасибо! Спасибо сказать, да, и зачитать, пожалуйста. Ну, и, так, давайте. Давайте. Особенно и пр. Начнем с Озбай, это, пожалуй, то, что все знают. Да, Озбай, наверное, самый крупный у нас в стране магазин книг. Вот. Интернет-магазин. По крайней мере, то, что они говорят, что это один из крупнейших интернет-магазинов, а также здесь розничных магазинов Гомеля. Книги, комиксы, настольные игры, многое другое можно купить по адресу проспект Ленина, 34. Озбай поддерживает конкурс «Косплей дефиле Восток». А да. Свет, дайте же мне что-нибудь сказать, мужчины вообще. Ты танцуй. Зачем тебе говорить? Зачем тебе говорить? Ну, танцуй. Чего я сейчас пришла? Только так, ножкой потрогать. Сейчас все вспомнят, как мы в прошлом году спали. А то вы тут так разговариваете, друг друга перекиваете, думаю, чего я вообще на сцену хожу? Давай мы сделаем так, давай мы тебя просто поставим посерединке, вот, и... В окружении нас. Окей. Итак, Оса Космо, магазин товаров из стран Азии, вкусности из Японии, Китая и Кореи, аксессуары, кей-поп и аниме-атрибутика, цветные линзы. На секундочку. Оса Космо поддерживает конкурс Music Dance Show. Слушай, и сорвала аплодисменты. Мы говорили, никто даже не хлопнул. Далее, следующий наш партнер, StuffTime, магазинчик, где любой может порадовать свою фанатскую душу отменными штуковинами. StuffTime поддерживает конкурс сценки. Что у нас там есть еще? А есть у нас магазин настольных игр «Знаем, играем», который предлагает окунуться вам в мир ярких впечатлений и интересного общения. В этом магазине можно найти, во-первых, игры разных жанров, понятное дело. А самое главное, игры для разных возрастных категорий. «Знаем, играем» поддерживает сегодня конкурс «Косплей Дефиле Запад». Поддержку конкурса «АМБ» осуществляет магазин «Акани Бай». Оригинальные аниме-фигурки, японские сладости, атрибутика для косплея и кигуруми. Магазин входит в список официальных партнеров «Good Smile Company». Ну, прям для меня следующий партнер – международная корпорация «Тианде» «Мир натуральной люксовой косметики» от макушки до кончиков пяток по лучшим азиатским рецептам станет совершенством. Мы расположены под адресом Гомель, улица Мазарова, 59 и Ильича, 301-1. «Тианде» поддерживает конкурс «Idol Style». Да, как же повезло тем людям, у которых есть кончики пяток. Ну, даже единица. Я еле держалась, ну что А конкурс Original Дефиле поддерживает Белая Ворона. Белая Ворона – это аксессуары ручной работы, фотосувениры, приятные мелочи и важные нужности. Скажу, теперь мне читать. Так, ладно. Собрались. Ты профессионал, соберись. Я не могу. Прямой эфир. Может, я не буду делать. Так, ну хорошо. Итак, давайте серьезно. Магазин «Белая ворона». Только что было. Нет такой темы. Так, ладно. Магазин корейской косметики «Кореянка» поддерживает конкурс «Караоке». Кто бы мог подумать, им тоже аплодисменты. Бижутерки ручной работы, авторские бижутерки ручной работы, сладкие букеты и подарки для самых любимых. Бижутерки поддерживают конкурс «Кавай Катес». Мне нравится эти слова «бижутерки», можно так говорить «бижутерки». Еще жест нужен вот этот. Опа! Прямо в центре Гомеля для вас работают квесты реальности. Квест-проект «Выйти из комнаты» позволит вам испытать себя в необычной обстановке и проверить свои силы в самых невероятных приключениях. Узнайте подробнее город Гомель, проспект Победы. Телефон можно я диктовать не буду.
Белая ворона поддерживает конкурс косплей Fight-O. Если вы давно не читали почувствовать себя героем или принцессой, спуститься в подземелье или же просто помочь Кину и Джейку, мы ждем вас и только вас. Это будет незабываемо. Это D&D Adventure League Belarus. И это очень-очень круто. Ну и, конечно же, тяжелая артиллерия. Первый специализированный магазин, Минский магазин Акихабара. Слово практически священное для любого любителя японской культуры. Работает напрямую с известными издательствами России, такими как Истари Комикс, Фабрика Комиксов и, конечно же, XL Media. Группа Manga Vision, освещающая события фестиваля в прямом эфире. Вот прям те самые ребята на балкончике в фойе, которые ведут прямую трансляцию. Дети 90-х! Мы спонтанное объединение художников с разными стилями и интересами. С недавнего времени делаем свои наклейки и деревянные значки по аниме и гик-тематике. И вообще очень любим все это дело. И очень даже в этом разбираемся. Игровой клуб Headshot. Удобные диваны, игровые консоли, большие экраны телевизоров, приятная музыка, кофе и напитки. Удобная обстановка сделает незабываемым пребывание в клубе для вас и ваших друзей. Ну что ж, пришел в клуб. Итак, Headshot. И это круто. Ну что, и у нас остался последний партнер Bubbles. И, в общем-то, сказать больше нечего. И, в общем-то, да, у нас вышло такое вот выступление, где-то творческое, где-то эксцентричное.